Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу поделиться с вами об одной теме, которую давайте вместе назовем «Знаки Бога Живого». По всей протяжении Библии мы замечаем, что у Бога есть определенные знаки, через которых Он разговаривает со своими людьми, и очень хочет, чтобы люди эти знаки могли замечать и через эти знаки могли, понимая, разумея, сознательно покориться Господу и следовать Его пути. Почему Бог так поступает? Мы вместе как бы раскроем вот эту завесу, чтобы нам замечать. Во-первых, Бог продолжает ли сегодня в наши дни новозаветное действовать так же, как и во времена Старого Завета? Или Бог там действовал по-другому, а сейчас в Новом Завете совершенно по-другому действует? Написано в послании евреям, что Бог многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, говорил все в последнее время через Сына Своего. Замечаем, что у Бога есть разговор, и по типу как через пророков многообразно, и значит Бог вот это многообразие употреблял через пророков, когда говорил отцам, то есть всем бывшим пророкам и человеком Божьим Бог говорил через знаки. Посмотрите, в жизни пророка Илии был такой знак. Когда Бог вызвал засуху в жизни израильского народа через пророка Илию, Бог сказал Илии, когда там поток воды уже засох, уже не было воды, чтобы он пил, Бог приказал ему перейти на страну вражескую, то есть Сарепту Сидонскую. Сарепта – это был город, в котором находилась женщина-вдова, через которого Бог хотел кормить Илию, пока закончится вот эта засуха. Потому что 3,5 года небо закрылось, не было дождя и не было питьевой воды. Люди просто умирали от жажды. Вода – это жизнь всего, а не было воды. Каким образом вот Илия мог найти эту женщину? Мы думаем, что это было там гром и молния, какие-то сверхъестественные действия. Нет, это было очень естественно. Но человек Божий был очень чуток к Богу. Человек Божий, когда подошел к городу, Библия об этом не гласит, но на окраине города не было ни одной женщины, ни одного человека, кроме одной женщины, которая собирала хворост. Он понял, что именно это этот человек. И чтобы проверить вот этот момент, Илия подошел и попросил самое дорогое. Он попросил воды, пить воды. И она не отказала. Это уже был знак того, что именно это тот человек, которому Бог послал Илии пророка. Другой пророк, мы замечаем в жизни Давида, что Бог давал ему знаки. Например, Бог ему сказал: когда услышишь наверху тутовых деревьев шум шагов, это обозначает, что Бог идет перед тобою, смело нападай на врагов. Теперь смотрите, он должен был быть чутким, он должен был слышать эти шаги, именно шаги. Это были не простые шаги, это были шаги Бога. Бог показывал, что он идет впереди. А если бы Давид не услышал бы эти шаги, была бы победа? Я сомневаюсь. Знаете почему? Раньше времени нападения – это поражение. Опоздать на нападение – это тоже поражение. Вовремя нужно было атаковать врага. Вовремя. И это вовремя, это было ждать Бога, пока Бог пойдет впереди, потому что он знал, что без Бога он никто. В жизни наимень посмотрим так.
Наимин услышала в земле Моавицкой, что Бог посетил свой народ. Откуда она знала о посещении Бога? Откуда? Написано, и дал им хлеб, когда, значит, в Вифлееме, который называется дом хлеба, не было хлеба, чтобы людям кушать. Из-за бесхлебицы они оставили свою родную страну и пошли на чужбыню, в грешные города Моавицкие, чтобы там жить из-за бесхлебицы. Именно там она услышала о посещении Бога. Для нее, когда Израиль в Вифлееме имел хлеб достаток, это был знаком того, что Бог посетил этот народ. А для нас, современных христиан, есть такие знаки. Или мы настолько стали чувственными, грубыми, что мы не ощущаем, мы не чувствуем эти знаки, как Бог может с нами через знаки говорить. Или мы говорим, мы настолько мощны, мы настолько сильны, что двигаемся Духом Святым. Разве, если мы двигаемся Духом Святым, порой почему вот так кажется, что Бог оставил нас, христиан? Что мы находимся в таком удрученном состоянии. И насчет святости, и насчет праведности, и насчет хождения перед Богом, и насчет того, чтобы не уподобляться миру сего. Будем внимательны к этому. Посмотрим дальше. Обращаем внимание, что Бог дал знак израильскому народу через пророка Исаия, что Сидева во чреве примет и родит сына. Сидева во чреве примет. Это тоже был знак. И этот знак Бог воплотил уже в жизни Марии в Израиле. Женщина молодая, незамужняя. Она неопытная, незащищенная девственница. И вдруг она видит перед собою ангела. Давайте обратим внимание. Всегда, когда люди встречаются с Богом, с ангелами, они от испуга падали. Падали на лица свои. Но посмотрите, насколько есть близкое отношение с этой молодой особой и с Богом, что когда Гавриил, вестник Господа, пришел к ней, она не упала. Она смутилась от его приветствия. Как интересно. Для нее что это было? Она настолько была божественна, что она сказала, да будет по воле Господней. Что обозначает по воле Господней, когда она, не зная мужа, не имея, она будет беременной, значит, ее могут побить камнями. И она настолько была предана Господу, что сказала, что «да будет мне по воле Господней». Вот какая она была душа. И вот такой душе Бог дал знак. Какой знак? Этот знак и этим знаком оказалась ее родственница Елизавета. Она, которая уже в возрасте, старуха, старая, была беременна Иоанном Крестителем. И она встала и поехала на горную страну. Она поехала туда. И когда встретились, и вот перед ней знак. Знак, что старая женщина в старости, когда уже все прекратилось у ней, она беременна. И еще пророчество ее, когда она начала пророчествовать, что Матерь Господа ее пришла навестить ее. Это был знаком, знак утверждения, знак укрепления, знак укоренения в том, что в ее жизни исполняется воля Бога живого. Это чудесно. Это прекрасно.
Обратим на другие знаки наше внимание. В Новом Завете мы замечаем, что когда Иисус хотел войти в Иерусалим, Он двум апостолам сказал: «Идите в предлежащее селение, и когда войдете, сразу найдете». То есть вот буквально на окраине вот этого селения осленка, привязанного к дереву. «Отвяжите и приводите ко мне». Они пошли и нашли. И все, как он сказал, так и случилось. Стоявшие люди начали, спрашивать, почему отвязываете, а оно нужно Господу, и никто не противился. Это все было знаком для этих апостолов. Другое положение. Когда приходил конец земной жизни, шествие Господа нашего Иисуса Христа, он двух апостолов, апостола Петра и апостола Иоанна, сказал: «Идите, приготовьте Пасху. Когда выйдете, когда приблизитесь к городу, при входе в город вы встретитесь с человеком, несущим кувшин воды». Что за знак? Что за знак? Это был знак. Но какой знак? В те времена только женщины носили воду в кувшинах. И вдруг среди этих миллион людей, потому что пасхальное богослужение приближается, весь мужской пол многомиллионного народа израильского собрались в Иерусалим. Многие тысячи народы, которые принимали Бога Иегова как своего Бога, которые покаялись от язычников, там находились. Среди этих сотни тысяч людей и миллионов людей они должны были видеть нечто, что было знаком. Тогда не было ни телефона, никаких знаков. Это был знак Божий. Они должны были видеть нечто, что не совпадает со стандартом жизни. И это был мужчина, который нес кувшин с водой. Это было женское дело. Насколько же было унизительно для этого мужчины, когда он делал женское дело? Насколько это было унизительно, но почему он это делал? Что за вдохновление? Бог это сделал. И сказал Господь: «Пойдете за ним. В какой дом он войдет, вы тоже войдете туда. Там увидите горницу, устланную, там приготовьте Пасху». Так и они поступили. Это было знаком. В жизни апостола Петра, так как он противился Писанию, Иисус говорит, что написано: «Поражу пастыря, и рассеются, Овцы стада». Он сказал: «Нет, не будет этого». Иисус сказал: «Написано». А апостол Петр сказал: «Не будет этого». Как не будет? Написано. Он противился Писанию. Может быть, если бы он так не противился, может быть, он предал бы Господа так, как все апостолы предали. Просто. Все предали Господа. Но так как он противился, Иисус сказал: «Петр, Петр, говорю тебе, что не пропоет петух трижды, дважды, когда ты предашь меня трижды». О, вот надо же. И вот, вот этот петушиный голос, когда петух должен был кукарекать, и это был знаком для Петра. Вы представьте себе, после этого, когда Петр в своей жизни каждое утро он слышал вот, вот этот звук петуха, голос петуха. И каждый раз он дергался. Потому что это напоминало о том, как он предал Бога, как он предал Господа. Этот достойный ученик, этот прекрасный человек, который любил Иисуса Христа больше всех апостолов. Об этом конкретно написано, что он любит больше всех Иисуса Христа. И Иисус знал, что он любит его больше всех. Он знал. Он знал это слово Господу. Апостол Петр говорит: «Ты знаешь, Господи, что это так». Да. Но этот знак остался в его жизни. Нет ли в твоей жизни знаков?
Нет ли, Господь не говорит с тобой через знаки? Он ничего тебе не говорит об этом? Говорит, говорит. Но самый величайший знак в нашей жизни, величайший знак в нашей жизни – это Дух Святой. Бог послал Духа Своего Святого, чтобы через этот Дух Он давал нам знаки. Есть девять знаков, через которых Дух Святой доказывает, что Он с нами. 1 Коринфянам 12 глава говорит, что Бог Духом Своим распределил дары. Слово мудрости, слово знания, вера, пророчество, исцеление, чудотворение, распознание духов, говорение на языках, истолкование этих языков, девять даров, которые Бог дает человеку, мы должны четко знать, что если мы в брате или сестре, мы замечаем слово мудрости, мы должны точно знать, что без Духа Святого слово мудрости там присутствовать не сможет. Если слово мудрости имеет этот человек, значит, он исполнен Духом Святым, потому что это обозначает, что Дух Святой дал свой дар этому человеку. Самое интересное и самое главное и важное то, что в 14 главе 1 Коринфянам мы замечаем, что Бог нашему человеческому духу дает свойство и способность говорить через Духа Святого. Там написано, что «буду молиться умом, буду молиться духом». Там говорится о молитве не Духа Святого, а о молитве Духа Человеческого, но через способность Духа Святого. Это очень важно, чтобы мы знали, что мы Бога переживаем на духовном уровне. Как написано, кто соединяется с Господом, есть один Дух с Господом. Значит, мы становимся духами вместе со Христом Иисусом. Одним Духом. Духовная сфера. Это нечто могущественное. Итак, определенные знаки, как бы в грубой сфере, как бы на душевном и на плоском уровне, когда Бог дает нам знаки, с помощью этих знаков Он приводит нас на тонкую сферу, на ту сферу, в которой мы начинаем понимать присутствие Духа Святого в нашей жизни и двигаться Духом Святым. Здесь совершается то слово, которое написано в Римлянам 8 главе 14 стихе, где говорится: «Ибо те суть сыны Божии, которые движутся Духом Святым». Нам нужно двигаться Духом Святым, но этому нужно обучаться. Обучать человек человеку этого не может. Этому может обучить только Дух Святой. Для этого человек должен стремиться к Богу, чтобы учиться у Бога. Написано Евреям в 5 главе, что «о сём надлежало говорить много, но трудно истолковать, потому что вы стали неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вам нужно молоко, а не твердая пища. Ибо твердая пища свойственна тем, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла». Вот это приучение – это действие Духа Святого. Никто нас, нашему духу, приучать к этому не сможет. Это Дух Божий приучает. Только в том случае, когда мы даем место вот тем знакам, которым Бог обучает нас. Помните, когда кудесники фараона противились Моисею, Моисей сделал одно чудо, они тоже. Моисей сделал второе чудо, они тоже. Моисей сделал третье чудо, они тоже. И когда Моисей сделал четвертое чудо, они не смогли и сказали: «Это перст Божий». А до этого почему противились? До этого. И в Новом Завете написано так: как эти кудесники фараона, Иоанн и Иаври, противились Моисею, так и сии противятся истине.
Но они немного успеют. То есть есть люди, и есть в человеке такое качество противлению истине. Но если человек любит истину и не противится этой истине, тогда Бог обучает им, этим людям, этим знакам, потом через это приводит на тонкую сферу, на покорение Духу Святому. И через это обучает, как человеку жить с Богом, как человеку ходить в Духе, именно в Духе, потому что мы духовные личности, духовные сущности, и мы Бога познаем только в сфере Духа, потому что Бог открывает в сфере Духа больше нигде. Слава Господу за все это. Итак, Бог и сегодня, в новозаветное время, имеет свои знаки, через которых говорит. И в последнее время этот величайший знак – это Иисус Христос. Написано, что последнее время говорит с нами через Сына Своего, через Которого и века сотворил. Иисус Христос – знак Бога Живого, рожденный от Девы Марии, которого мы принимаем верою, принимаем в наши сердца, начинаем преображаться в тот же самый образ. Каким образом? Принимая учение Бога Живого, согласно Римлянам 6 главе 17 стиха. Мы покоряемся этому учению, и Бог начинает преобразовать наш образ к образу Сына Своего Иисуса Христа, потому что Его предназначение, желание Бога, чтобы мы имели тот же самый образ, как и Христос, согласно Римлянам 8 главе 29 стиха. Да поможет нам Господь, да поможет тебя, мой дорогой брат, даже поможет тебя, моя дорогая сестра, во Христе Иисусе, чтобы это было ясно твоему духу. За все слава Господу. Мир дому твоему.